не. Давай вместе. Давай, Димасик, какие вопросы? Давай, давай. Поддержать команду. Она-то играет все равно. Поддержать ребят, поблагодарить их, кричать за них. Молодцы же все-таки. Я просто хочу на них смотреть, всегда любуюсь, мне интересно. Праздновать со всеми. Праздник был в Черкизово, праздник будет здесь. Это поставит жирную точку в нашем чемпионстве, и, блин, это надо видеть. Прям с начала сезона. До самого начала, как всегда. Когда вышел Эдер, когда просто угадал Юрий Павлович с заменой. После первого круга, когда «Зенит» обыграли. Когда ушли на перерыв с таким весомым перевесом. Летом, когда нас снимали с Оренбургом на видео. Там есть я. Я сказала, мы возьмем чемпионство. Я молодец. Хабаровск. Холодно было. В Питере, когда 3-0 выиграли. «Зенит», когда выиграли 3-0 на выезде. Ну, конечно, гол победы «Зениту» это как. Началось все с выездной победы на «Спартаком». «Спартак» — «Локомотив»? Матч со «Спартаком», конечно. 4-3 после 0-2 это просто. После первого тайма 2-0, и потом это феерия. Я не знаю, я летала. Я еще в армии служил тогда. Это просто невероятные впечатления были. Со «Спартаком» дома играли, и Игнатьев наши ворота спас. Вот это вот сильный был момент. Владислав Игнатьев однозначно. Ну, просто так, открытие так, сезона. Фернандеш, я думаю, как для всех. Фернандеш мне очень сильно нравится. Люблю Миранчуков. Ну, наверное, Антон Миранчук, конечно же, стал «Фарфан». Затащил команду просто. Последние несколько матчей довольно Тарасу. Эдер стал открытием, потому что я готов его на руках носить. И вот до Москвы, говорю, донесу. Смог с другой стороны видеть и Игоря Денисова, и Сабу тоже. Игорь Денисов? Так как я не ожидала то, что он настолько полюбит «Локомотив». А его слезы во время чемпионства — это было нечто, если честно. Ждали 14 лет этого дня. И вот неделю назад «Зенит» ему наступил. Спасибо, просто спасибо, молодцы, ребята. Все, Юрий Павлович, батя, поцеловал бы Юрий Павлович, и все. Ребят, мы всегда вас верим, и мы вас всегда любим. Это было здорово, это лучший сезон на моей памяти. Просто большое спасибо. Мы очень рады, мы этого ждали очень долго. Вы подарили мне праздник, который я так долго ждал. Верим, что в следующем сезоне повторим результат. Кто чемпион? Мы чемпионы! Да, чемпионы! Мы чемпионы! Да, чемпионы! Мы чемпионы!